Всем привет, друзья! Если вы смотрите это видео, то вы наконец решили создать портал в ад. Чтобы его создать, нам нужен вот этот вот камень. Обсидиан. Обсидиан, правильно. И его можно добыть глубоченько в пещере, и в основном он находится там, где лава. Поэтому добыть просто так мы его не можем. Нам нужны некоторые ингредиенты для добычи. Например, ведро с водой. Мы должны лянуть сюда водичку и потушить лаву. Ай-яй-яй-яй. Потушили, теперь мы должны... Забрать. Ну как, надо сначала закрыть дырочку, правильно? Блин, мы не взяли кирка, есть. Сейчас. Теперь мы должны закрыть эту дырку, которую мы залили. Где она у нас? Вот она, да? Итак, мы управились с вами. Затушили это все водой. Теперь мы должны... добыть этот твердющий камень обсидиан. Его надо добывать только алмазной киркой. Посмотрите, как долго добывается. Это вам не просто камешек какой-то раздолбить. Очень твердый материал. Вот, видите, как долго я добывал один камень. Если вы будете добывать простой киркой, я думаю, просто никакого толка не будет. Ну, давайте проверим, чтобы вы потом не парились. Вот простая каменная кирка. Как видите, результата в ноль. Ну что ж, пошли делать сам портал. Итак, добыли мы этот обсидиан. Строим теперь сам портал. Ну, понятное дело, я строить его не буду, так как вот он у меня уже есть. Я построю его... вот из этих камешков, чтобы было виднее. Итак, что мы делаем? Перво-наперво я лоханул, я потратил на 2 больше, чем надо обсидиана. Мы можем сделать как? Выбиваем раз дырку в земле, отверстие делаем. И еще раз. Ложим сюда красное, допустим, это наш есть обсидиан. Раз, два. Следующее ложим сюда. И вот так, ой, вот сюда. И делаем высотой 3 штуки. 3, запомните, 3. Так, и высоту эту, соответственно, тоже 3. Ай, забыл, нервничаю. Раз, два. Теперь здесь мы, чтобы нам ничего не мешало, ложим вот так блок. К этому блоку раз. И... для вас и ложим вот сюда вот еще один камешек обсидиан этот. Все, в принципе, вот наш портал готов. Ну и еще что нам нужно теперь будет, это огниво. Ну а для того, чтобы создать огниво, нам понадобится кремень и железный слиток. Ставим его в таком положении, и получается у нас огниво. Левой кнопкой мыши по низу портала, и он начинает работать. И теперь вы можете наслаждаться путешествием в бездну. Здесь я уже тоже немножко обосновался. Сделал себе домик, чтобы было удобно мне. Вот так. И вот так. Здесь верстачок и сундучок. Ну тут уже ничего нету, я все перенес. А эта дверь пошла у меня в копанки, в пещеру. Ну, в принципе, все. Все, что я хотел вам сказать, все работает, все очень элементарно. С вами был Эдриус и Троллик 12. До новых встреч. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если не раз видео, пишите в комментариях. Всем пока.